Ребята, всем привет, всем доброе утро. Я не знаю, у кого утро, у кого день. И у меня сегодня не обычный день, а день моего рождения. Мне исполнилось уже 27 лет. Я сейчас в кадре не хочу показываться, потому что я еще не одета и не накрашена. Как все надену, а надевать я буду то, что мне мой любимый муж подарил. Это из шоурум «Кактус» дизайнерское платье. Также, сейчас я вам поближе все достану, покажу. Итак, первый вот такой вот подарочек, один из подарков, это сумочка. Обалденно нежно-розового цвета сумочка, очень удобная, очень легенькая. Она из ткани, я не знаю, что это за ткань, знаете, такая прессованная, как будто шерсть прессованная. Вот, и вот такая вот вместительная сумочка, это фирма сумочки, как-то так она называется. В общем, я даже не знаю, но это какой-то наш украинский дизайнер шьет эти сумки, и мне очень-очень она понравилась. К тому же, я вообще очень люблю такие маленькие сумочки, и она и легко застегивается, и сама по себе легкая, и на лето вообще обалденная сумочка. Так, дальше, под сумочку, также под образ я купила вот такие вот серьги-пусеты. Никогда у меня не было пусетов, уже еще несколько лет назад на них была мода, но я все их почему-то не покупала, как-то, ну, все время смотрела, но никогда не покупала. И вот увидела такие нежно-розовые, мне прям так их захотелось, ну, прям вообще я, когда увидела, что оно еще, они с сумочкой сочетаются таком в одном цвете, я сразу же их ухватила, и сегодня их также надену, вам полностью образ покажу. И также главный подарочек, так, это у меня еще визитка «Кактус». И главный мой подарок, сейчас одной рукой не совсем удобно, это мое платье. Вы посмотрите, какого оно обалденно голубого цвета, в цветочек. Я от него в восторге. Оно идет ниже колена. У меня такого платья никогда не было. Вообще ниже колена платьев не было. Или уже очень длинные платья были, или же до колена. А здесь посмотрите, какая расцветочка. О май гад. Также оно идет под поясочек. Здесь завязывается такой на бантик красивый поясочек. Оно супер легенькое. Я даже не знаю, что это за материал. Вот так вот фирма называется. Mode What Love. Это, кстати, размер S, но оно идет как бы свободное на M. Поэтому я взяла S-очку. Оно идет с такой как бы четвертной рукавчик. И такая вот расцветочка очень-очень красивая, типа вишенки или что это, цвета, цветочки калины, вишни, в общем, ну такая летняя, очень красивая расцветочка. Сейчас его нужно будет прогладить, чтобы я его надела, и вам уже покажу полностью свой образ в этом платьице, сумочкой, в общем, буду сейчас собираться, и нужно стол приготовить. Так что пойду стол накрывать и собираться, вам уже потом покажусь. Сашка там сам. Меня тоже решили. Привет. А, видос? Да. Привет, Мила. С 21-летием тебя. Спасибо. Готовим праздничный подарок. Саша у нас, как всегда, шашлычник. Сашка, дай шашлычную откроешь? Слушай, ну давай, не спеши. Давай, не дорогие события. Ждем, да?
Ну, сейчас я его наберу, да, он где-то или едет, или не едет. Если вы поедете, то нас ждет. Так, шашлык еще наш готовится. Мальчики занимаются шашлыком, а мы уже стол накрыли. Здесь уже у нас практически все готово. Картошечка, нарезки, бутербродики, зелень, овощи. А, это уже курица готовая, да. Вот, и вот здесь вот стоят мой этот, как куточек, уголочек, короче, цветов, подарочков, цветов. Нет, давай, нет, давай, спасибо. Спасибо. Мамочка, с днем рождения, чтобы ты все время улыбалась, была такая счастливая, как сегодня, чтобы... Почаще в этот жираф ходила. С нами. Улыбку. Спасибо. Да. Не за едой. Спасибо, знаете, очень верно подмечено. Я всегда тоже это желаю. Смейся и веселись. Реально. Ну, это круто. Я тебе говорю, на траву посадить. Нет. Можно просто шутить. Кстати. За меня. Пы. А мы сейчас будем на ютубе, я уже буду что-то вставать. А что у тебя за сережки такие? А это называется пусеты. У пупсика пусеточки появились. Розовая. О, пусик. Папа приехал, папа приехал. А ну нас засними. Держи, я включила. Нет. Ага. Давай, ага. Семейка. Семейница и вас. Спасибочка. После песка не договариваю. Так, днем рождения тебе. Счастья, здоровья, достатку, любви. Спасибо. О, и журнальчик. Це дают журнальчик у цьому. Розочки розовенькі всі. О. Это я знаю, это еще одно платье буду. А не покажу. Каш. Спасибо. Так, отсюда понятно, вот у нас братан. Сейчас их надо. Вот, братан, понятно, мясо готовится. С овощами, фруктами. Да, жар надо, жара больше, Татьяна. А жарова больше? А жар, я... Позвольте жарова, ну да, жарова больше. Братан вот из бокала винного бокала пьет пивасик. Это допил. Это винный пивасик. Винный пивасик. Жар заканчивается. Ты сразу работаешь? Да. Четвертый лучше. Четвертый, а пятый не успел. Я говорю, на что. Короче, я к тому, что ну, мне очень нравится этот сериал. Ну, реклама, ты сериал крутой, да. Привет, привет. Ну да. Да, и тортик макарон очень... в виде сердечка. Да, очень красивый, 27 лет. Ой, класс. И, кстати, у него начинка необычная. Сейчас будем пробовать. О, мне звонят опять поздравлять. Кто это? Мама, мама прям как чувствует, что это... Сейчас тортик будем кушать. Тортик. Алло? Алло, Людочка, добрый вечер. Добрый вечер. О, мама. Спасибо. Від усіх, від тіті люди, від Сашки, від Тані, від Настеньки, від Маргарити. Макарони різноцвітні. Вот это вот с горгонзолой, это с клубникой, это ещё чем-то, это с малинкой, лимоны. В общем, все-все разные, очень вкусные. Поставили чайник. Сейчас будем пить чаёк и кушать макароны с тортиком. Хочу вам показать, какие же мне цветочки подарили мои близкие. Вот такая вот у меня красота стоит в уголочке, розочки. Все уже знают, что я очень люблю розы, это мои самые любимые цветы. И вот, вот такие вот необычные розочки от Ванечки, бело-розовые и с красный микс такой, очень красивые, прям и у них аромат потрясающий. Также папа подарил такие ярко-розово-малиновые, тоже очень красивые розочки. И белые розы от Саши с Яной. Вообще тоже они потрясающие. Прям, знаете, они мне пионы чем-то даже напоминают. Очень люблю я розы, и пахнут они красиво, и вот так вот
украшают уголочек мой, такой вот здесь цветочный уголок. Также мне подарили на день рождения еще вот такие вот бокалы. Это бокалы для вина. У нас точно такой же фирмы на черной ножке есть бокалы для шампанского. Нам их подарили на свадьбу. И вот теперь у нас еще и одинаковые в одном стиле одной же фирмы будут бокалы для вина. В общем, уже целый комплект. И также мне подарили еще подарочные сертификаты. Это сертификат на процедуру шугаринга. Я никогда не делала шугаринг. И вот, наконец-то попробую. И потом поделюсь своими впечатлениями, отзывами уже в Инстаграме. Или же видео расскажу. В общем, обязательно схожу, попробую. И также любимый подарил мне еще от Баду подарочный сертификат на соляную пещеру. Так что обязательно схожу, я уже звонила. Нужно записаться и попробовать, что же это такое, что же это за релаксирующая соляная пещера. Никогда в такой пещере не была, даже не знаю, как это, что это, и очень-очень интересно. Вот здесь вот написано, можете остановить и почитать, что она дает. В общем, какой эффект. Вот, так что вот такие вот у меня были подарочки на день рождения. Очень приятно, очень все нравится. Спасибо большое близким, родным за то, что пришли, и за подарки. Вообще, все супер.